Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Алтайском крае их осталось чуть более 300 человек. В краевой столице на мемориале славы в память о тех, кого уже нет рядом с нами, члены военно-патриотических клубов, ветераны, а также бывшие лагерные заключенные возложили цветы. Памятные мероприятия проходят по всей стране. 11 апреля 1945 года началось восстание узников Бухенвальда, после которого заключенных стали постепенно освобождать из лагерей смерти. Ехали в вагонах и стреляли. Мама вот так лежала перед нами, молилась, чтобы если убьет, то вместе. Люди выбегали, их расстреливали. И мама с 5 детьми, конечно, еле выжила. Потому что это не так было просто. Мы остались без ничего, и никто нам никакого ни кусочка хлеба не давал, ничего. Мы питались чем попало. Холод, голод, что я могу сказать. Ноги отмороженные, ни обуть, ни одеть, ничего не было, Господи. Страх. Они прошли не только фашистский плен. Освобожденных проверяли на патриотизм в НКВД. Эти люди долгие годы считались изгоями, были лишены льгот и выплат, не могли устроиться на работу и получить образование. Сегодня бывшим узникам концлагерей оказывают всестороннюю поддержку наряду с ветеранами войны.